можно вспомнить, что недавно на Универсиаде тоже один из наших дуэтов 4 балла сняли с них. Но об этом чуть позже. Александр Жулин мелькнул на ваших экранах, тренер Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. Выиграли они в этом сезоне этап Гран-при, российский этап Гран-при, были серебряными призерами на этапе в Китае. И вот эти два результата позволили им стать участниками финала Гран-при, где они в итоге заняли 4-е место. Хотя все шансы были на то, чтобы завоевать бронзу. Но так жребий распорядился, что главные претенденты на золото уже выступают под вторым стартовым номером. Они тоже начинают свой короткий танец с двух секций квикстепа. Ну что ж, великолепное выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. Скупой на эмоции Александр Жулин, тем не менее, видно, что доволен. Но надо сказать о той ситуации, которая сейчас в олимпийском сезоне складывается в танцах на льду. Тут, в общем-то, все последние годы вне конкуренции два дуэта. Канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойер, олимпийские чемпионы 2010 года, и действующие чемпионы мира Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Ну и вот конкуренция, они по-прежнему конкурируют только друг с другом. Ну, говорить о том, что, конечно, судьба золота и серебра на Олимпиаде в Сочи здесь, на этом самом льду, уже решена, наверное, преждевременно, но действительность такова, что именно эти две пары, скорее всего, и разыграют два первых места на Олимпийских играх. А вот в борьбе за бронзу тут ситуация гораздо более сложная.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – бронзовые призеры последнего чемпионата мира и их главные конкуренты в борьбе за олимпийскую бронзу. Натали Пишела, Фабиан Бурза – французы, это итальянцы Анна Капеллини, Лука Ланоте, Кэтлин Уивер и Эндрю Паже из Канады. Ну и не будем, конечно, сбрасывать со счетов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова. Вот так, эти пять дуэтов. Ну и будут бороться за, ну, скорее всего, за бронзовую медаль. Что ничего не поделаешь. Ситуация такова, что канадцы и американцы выигрывают пока у всех своих соперников. Так что борьба за пьедестал ожидается очень серьезной. Ну и я думаю, что Боброва и Соловьева надо только не падать в произвольном танце, потому что дважды уже в этом сезоне это случилось. Причем такое ощущение, что где-то примерно в одном месте все это случается. Но я думаю, что такая погрешность, она все-таки должна быть. Справляться 73,27 балла. Великолепный результат. Это, кстати, их личный рекорд в коротком танце. Но надо учитывать то, что на чемпионатах